Здравствуйте, дорогие друзья охотники! Ну что, проголодались? Есть охота? Тогда приступаем. Сегодня мы будем готовить чирков. Вот такие у меня чирки, 3 штуки. Они уже обработанные. Их ощипали, опалили, я их промыла. Теперь их нужно разрезать вдоль брюшка. Так вот, мы возьмем острый нож. Вот так их будем разрезать. Опа, так хорошо режутся. Так, здесь мы все тоже разрежем. И что у нас здесь внутри еще осталось, все будем удалять. Так, вот здесь у нас. Вот это нам не нужно. Все это мы удалим. И отложим пока в сторонку. И также точно поступим со вторым. Разрезаем вдоль брюшка. Вот так. Опа. Вдоль шеи. Так, и здесь. Потому что мы их будем жарить целиком. И чтобы они у нас вот такие были ровные и плоские, мы здесь так еще немножко вот так надрежем. Так. Точно так же убираем все нам ненужное. Вот так. Так, берем пока в сторонку. Еще одного. Так, аккуратно, чтобы здесь можно пораниться. Очень острые кости. Так, удаляем. Вот это такая чистенькая у нас. Вот таким образом мы их разделали. Теперь нам нужно их отбить тяпкой. Возьмем вот такой, у меня молоточек есть. И слегка так отобьем. Чтобы они у нас приняли плоский вид. Крылышко туда заправим. Да не, в принципе, нормально. Так, вот этот у нас такой, вот так, опа, так. Все, мы их отбили, теперь нам понадобится чеснок. Вот целую головку чеснока я почистила, мы его раздавим, чеснока, целая головка. Вот на 3 штук у меня головка. Если у вас дичи больше, то и чеснока. Соответственно, нужно взять не одну головку, а больше. Теперь сюда чайную ложку перца черного молотого. Вот у меня здесь крупный молотый. Лучше, конечно, он более ароматный. Добавляем. Столовую ложку соли. Добавили. Все это перемешиваем тщательно. И добавляем 3 столовых ложки коньяка. Вливаем коньяк. И все перемешиваем, чтобы соль растворилась. Вот так. И этой смесью натираем наших чирков. Все перемешали. Берем птичек. И вот так вот их со всех сторон и на блюдо, так вот под крылышки. Так, здесь немножко разложим вторую, точно так же. Так, и друг на дружку вот так вот. Перекладываем. И третью точно так же. Так. Так, вот так. И все, все, что осталось сверху. Опа. И все, оставляем так на полчаса.
чтобы все это пропиталось чесноком, коньяком, солью. Все, пусть стоит полчасика. Ну вот, полчаса прошло, наши птички полежали, пропитались, просолились. Теперь нужно нам поставить сковородку на огонь. Ставим. Разогреваем ее и добавляем ложки 3 столовых масла любого. Какое вам нравится, растительное, там, не знаю, можно сливочное, можно оливковое. Так, все. И теперь каждую птичку жарим отдельно, с двух сторон, по 10 минут с каждой стороны. Вот так вот мы ее укладываем. Сначала на стороне вот этой кожей вниз. Нам нужно положить груз какой-то. Вот здесь я приготовила крышку. Вот так мы крышку накрываем. Сверху вот таким блинчиком. И нужен какой-то груз. Вот у меня здесь такой вот утюг из нашего домашнего музея. Очень удобно. Если у вас такого груза нет, можно налить кастрюльку воды и поставить кастрюлю с водой. 10 минут жарится. Все, 10 минут прошло, переворачиваем на другую сторону. Груз снимаем аккуратно, чтобы нам не обжечься. Так, сейчас мы попробуем. Так, это не горячее, это мы так снимем. Так, крышечку мы вот так поденем. Опа. Так. И переворачиваем. Опа. Так. И опять накрываем крышкой. Аккуратно, она горячая. Так. Блин. И наш утюг красивый сверху. Все, еще 10 минут. Огонь прибавим. Вот так, средний огонь. Все.
вот все, третий чирок у нас готов. Мы снимаем. Так. Включаем огонь. Угу. Все готово. Накладываем на блюдо. Так, теперь немножко вот так у меня салат здесь есть. Немножко мы украсим чуть листьями салата. Вот так. Чтобы у нас так было красиво. Так. Можно подавать с картошкой жареной, пюре. Можно с рисом подавать этих птичек. Гарнир любой подойдет. Соленые овощи, свежие овощи, салаты различные. В общем, кому что нравится. Ну вот и все, можно подавать к столу. Приятного аппетита! Нам удалось добыть 3 черков массой примерно по 300 грамм. Из этого расчета возьмите 1 головку чеснока, 1/2 столовой ложки соли, 1/2 чайной ложки молотого перца, 3 столовые ложки коньяка и 3 столовые ложки растительного масла.